Наиля Чубаркина терпеливо ждет своей очереди. Узнав про акцию, пришла проверить себя и убедиться, что все в порядке. Ведь к вопросу своего здоровья подходит основательно. У меня двое детей, я бы хотела быть всегда здоровой мамой, да, здоровой женой, и поэтому хочу знать, что со мной все в порядке. Жители могли проверить работу сердца, измерить холестерин и сахар в крови. Желающие могли привиться от гриппа. Ну а самое главное – бесплатная консультация у онколога. Всех желающих будут осматривать высококвалифицированные специалисты и доктора онкологического центра, давать свои рекомендации. Если потребуется дальнейшее дообследование, то непосредственно отсюда будут даны направление на дообследование и, если понадобится, и лечение. Акция в областной библиотеке привлекла внимание к проблеме рака молочной железы. При ранней диагностике шансы вылечиться увеличиваются, но многие женщины не находят время для профилактического осмотра у врачей, а другие даже боятся показываться специалистам. Наша задача как раз нашего отделения медицинской профилактики – устранить у женщин вот этот вот страх и призвать всех женщин более внимательно относиться к своему здоровью. И заболев, женщина, она больше потратит время нахождения по больницам, поэтому лучше один раз прийти и пройти профилактический медицинский осмотр. Самарский союз женщин неоднократно выступает организатором профилактических акций. Каждый раз свое здоровье приходит проверять больше 200 человек. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.